Шокирующие новости. Настоящий шквал антиимперских настроений. Сегодня император провел пресс-конференцию. Император, что вы можете ответить на обвинение в геноциде? В использовании других рас? Эти клеветнические нападки на трон безосновательны и безответственны. Сэр, вы продолжаете утверждать, что в основе вашего правления самоотверженная преданность народу? Ну, конечно. Мое призвание – служение человечеству. Личная власть никогда не была моей целью. Тогда как вы можете охарактеризовать это заявление? Меня никто не остановит. Ни вы, ни конфедераты, ни протосы. Никто. Я буду править этим сектором или сожгу его дотла. Я этого не потерплю. Шакалы, вы пришли сюда и смеете меня допрашивать? Интервью окончено. Рад, что его приперли к стенке. Хотя Доминион представит все в нужном ему свете, как обычно. Не в этот раз. Менгс годами пользовался СМИ как оружием, а теперь мы обратили это оружие против него. Одна передача оказалась эффективнее сотни вылазок. Наверное, ты прав. Ради этого мы и затеяли революцию. До победы еще далеко. Но, быть может, сегодня мы сделали первый шаг. Завоюем умы и сердца, как вы всегда и говорили. Знаешь, Мэтт, когда-нибудь ты сам будешь командовать этой горсткой изгоев. Ну уж нет. Для этого у меня есть вы, сэр. И снова всем здравствуйте, друзья. С вами, как всегда, я. И мы смотрим, что у нас появилось новенького. Джим, Тайкус захватил этот сувенир на память. Думаю, хорошо будет смотреться в кают-компании. У нас получилось, Джим, революция началась. Мэтт Хорнер. Медиа магнат. Вот такие вот дела. Ладно, новости смотрим. С вами Кейт Локвелл в прямом эфире с Кархала. В городе вспыхнул мятеж. Местные жители поджигают государственные здания, выражая шок и негодование по поводу открывшейся им правды. Донни, расскажите, что происходит у вас. Я потерял на Тарсонисе брата. У меня там был брат. Понятно. Император Менгск уже прокомментировал передачу Рейнера. К сожалению, спутники UNN в тот момент были отключены. Вот фрагмент сообщения императора. Это подлог. Враги Доминиона всегда пытались очернить меня в глазах общественности. Я не имею никакого отношения к этой ужасной, неправдоподобной. На этих словах императора заглушил рев толпы. После этого Менгск уединился во дворце и отказывается общаться с кем бы то ни было. Существует мнение, что император Менгск был разоблачен... Они нас вырубили. Какая жалость. UNN, конечно, не станет петь вам дифирамбы. Зато теперь и Менгска в покое не оставит. А это нам на руку. Конечно, на руку. Мои ребята всегда готовы помочь. Ладно, посмотрим, что там у него. За хорошие деньги. Сумрачная стая. Окей, два пиратских банши более крутых. Это эти, это танки, по-моему. Угу. Это отряд спартанцев. Это у нас кто? Ага, убер-пупер, ребятки, я понял. Ладно, сейчас посмотрим, может, что-нибудь из этого возьмем. Давайте пока что в арсенал. В арсенале нас, к сожалению, не ждет Один. Не ждут Торы, но мы можем поговорить со Своном и посмотреть, что на консольке изменилось. Я говорил, что мои малыши переплюнут твоего Одина. Ты молодец. Мы еще всем дадим прикурить. Надо только доработать ходовую часть. И еще думаю поставить на него пару особых наворотов. Сразу скажу, влетит в копеечку. Такие махины обходятся недешево. Но оно того стоит, можешь мне поверить. Порадовал.
Я подумаю и скажу, что мы можем себе позволить. Угу. Так, посмотрим, что у нас в Доминионе. Такой фантом этого больше Тора. Так, глушая цель наносит значительный урон по области. Уничтожение Тора можно установить на поле боя. Вот я думаю, что вот эта штука, в принципе, очень-очень полезна. На самом деле, почему-то обидно, что не придумали то же самое с Одином. У меня в памяти было такое ощущение, что типа все окей, там было восстановление, да, и так далее. Но, видите, оказывается, нет. Так, позволяет использовать протокол бессмертия. Вот. И во флоте мы можем также прокачать миражи. Но миражи мне менее интересные. Поэтому, наверное, сделаем вот так вот все-таки. Да, торы нам пригодятся определенно. Также. Ты молодец. Зайдем в лабораторию. Посмотрим, что здесь. По сути. Ни черта нету. А, кают-компания, мы там были, зайдем на мостик. Не подумываешь о том, чтобы оставить нашу роскошную жизнь и начать телевизионную карьеру? Ха-ха. Обыватели пока не готовы к неудержимому потоку сексуальности, который я обрушу на них с экрана. Думаю, мое место в жизни здесь, рядом с тобой, старик. До конца. Я этому рад, Тайкус. Ты сегодня здорово отличился. Это да. В секретных документах, которые мы нашли на Кархале, не оказалось никакой важной информации. Нам удалось узнать только то, что на орбитальной платформе Кастанара функционирует лаборатория по производству биологического оружия. Да, но это особый случай. Судя по записям, всех, кто там работал, собирались нейтрализовать. Это вряд ли означает взятие подписки о неразглашении. Но зачем Менгску смерть целой группы ученых? Я не знаю. Похоже, нам стоит разведать ситуацию. Это уж точно. Та-да. Так. Секрет. Найденные нами на Кархале документы спецслужб содержат информацию о сверхсекретной лаборатории по разработке биологического оружия, расположенной на Кастанаре. Если Доминион готовит нам очередной сюрприз, хотелось бы знать подробности заранее. Так что там интересного в этой суперсекретной лаборатории? По документам, на астероиде расположен склад бериллия, но это, скорее всего, прикрытие для биолаборатории Доминиона. Хорошо, если так. А может, мы как идиоты прилетели сюда ради нескольких тонн бериллия? В документах не упоминается, что на самом деле стряпают в этой лаборатории? Нет, сэр. Но в них есть коды системы безопасности, так что мы сможем взломать ее. Это радует. Что ж, раз уж мы сюда прилетели, то почему бы не посмотреть, что там за склад? Сэр, некоторые помещения экранированы. Мы не можем их просканировать, сигнал расщепляется. Будьте осторожнее. Осторожность — мое второе имя. А я думал, Юджин. Молчал бы лучше, Мэтт. Так, парни, полная готовность. Ну что ж, нам дадут поиграть за Рейнера. Это уже эпик. Эпик вин. Можно попробовать. Так. Рейдеры вперед. За мной. Можно вот сюда, вот, кстати, побегать. Надо же, дверь заперта. Правда, против взрывчатки все равно не выстоит. Конечно, не выстоит. Можем посмотреть, если стоит с другой стороны, там, короче, ни хрена не будет на самом деле. Рейдеры вперед! Давайте заложим. Я не подведу. За мной. Убеди меня. Рейдеры вперед! Вход на территорию склада строго. Рейнар! Стоять! Террис! Ошибаешься, уважаемый. Рейдеры вперед! Я не подведу. Уничтожаем их. Так, камера наблюдения. Подстреливай всех чужих. Смотри-ка, нас уже встречают с цветами. Адъютант, активируй-ка эти турели. Устроим сюрприз. Подключение к системе. Расшифровка кодов безопасности. Контроль над системой установлен. Половина турелей наша. Все легче для нас.
Я вот думаю активировать турели справа, слева, справа, слева, справа, слева, слева, справа. А, наверное, активирую турели справа. Какого? Можно попробовать. За мной. Я не подведу. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Зададим им перцу. Ну, на всякий случай, просто уничтожим. Понесла. А то мало ли. Всем достанется. Хватит прохлаждаться. Рейнера вперед. Не молчи. В принципе, можно идти дальше. Боже, нет! Не убивайте меня! Эти твари чем-то отличаются от зергов. Я никогда таких не видел. Мэтт, проанализируй их биосигналы. Минуту. Они очень слабые. Погодите. Сигналы соответствуют ДНК и протосов, и зергов. Неужели их как-то скрестили? Не знаю. Но мне весьма интересно, что они делают в лаборатории Доминиона. Рейнер в первом лабораторном. Тут мы его и накроем. Чудненько. Выпускай зергов. Что, простите? Зерги. Они лезут из этой клетки. Стреляйте по ней. Нужно перекрыть им выход. В атаку. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Рейдеры вперед. За мной. Так. Я не подведу. Лабораторные образцы. За мной. Можно попробовать. Я не подведу. Понеслась. Глупые ученые. Зададим им перцу. За вас, можно сказать, рейдеры мы чуть не вперед. Умерли. Можно попробовать. Бежим. Что дальше? Я уже заждал. Не молчи. Я не подведу. Так. За мной. Я не подведу. Рейд. Выбрались. Можно попробовать. Выбрались. Получили 5 гранат. Рейдеры вперед. За мной. Убеди меня. Можно попробовать. Хватит прохлаждаться. Я не подведу. Так. Рейдеры вперед. За мной. Задержите их! Не пускайте в лабораторию! Ну и? Хватит прохлаждаться. Я не подведу. Блин, двоих. Завай. Двоих потерял. Двоих. Похоже, через этот терминал можно устроить доминионцам пару сюрпризов. Давайте выпустим зелотов. Где болит? Не молчи. Убить. А потом уже кто там выживет, с тем подеремся. Рейдеры вперед. За мной. Можно попробовать. Что дальше? За мной. Не молчи. Шкос. Похоже, одно и то же существо клонировали, подвергали мутации и снова клонировали. Мэтт, есть еще данные по этим тварям? Стэтман провел несколько тестов, сэр. Он говорит, что молекулярная цепочка ДНК подвергалась искусственному расщеплению. Кто бы этим ни занимался, он делал это намеренно. Мэтт, нужно взорвать всю эту лавочку к чертовой матери. Иначе добром это не кончится. Что ж, рядом с вами находится источник сильного излучения. Вероятно, где-то в лаборатории находится мощный ядерный реактор. Прекрасно. Найдем реактор, взорвем его и сделаем ноги. Я не подведу. Можно попробовать. Я не подведу. Это то. За мной. Ладно, посмотрим, что там можно будет. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Я не подведу. Рейдеры ученые вперед. Сбежали. Они тестировали оружие на мы этих берем образцах. Здесь плазменный боеприпас. Что за хрень тут творится? Рейдеры вперед. Понеслась. Я не подведу.
За мной. Убеди меня. Шикозненько. Так, перечи. Я не подведу. Что дальше? Почему я не могу на Г выбрать? Вот шикоз. Так, что рейдеры дальше? Вперед. Что дальше? Можно даже не знаю, что дальше. Рейдеры вперед. У нас тут проблемка. Этот грузовой отсек довольно просторный. Там вполне может быть тяжелая техника. Не молчи. Давайте сохранимся на всякий случай. Сердце тьмы. Так-так. Осадные танки, викинги. А это еще что за зверь? Боевой робот. Вот оно как. Похоже, я могу выбрать вооружение и активировать его с помощью этой консоли. Ну-ка. Ну-ка, давайте-ка на палубу. Вперед! Что ж, он сделал все, что мог. Веди меня. Я не подведу. Можно попробовать. Понеслась. Так. Ну и? Рейдеры вперед. Я не подведу. Рейдеры вперед. Ну, Рейнер, давай. Хватит прохлаждаться. За мной. Отлично. Вроде умудрился. За мной. На этой миссии вообще, по-моему, лучше сохраняться на каждом шаге. Можно попробовать. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Не молчи. За мной. Я не подведу. Можно попробовать. Что дальше? Ух. Рейдеры вперед. В атаку. Я не подведу. За мной. Я не подведу. Можно попробовать. За мной. Так, выжили, рейдеры, это хорошо. Вперед. Я не подведу. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Камера наблюдения еще одна. Мэтт, как слышно меня? Мне бы не помешало подкрепление. Тут за стенкой что-то большое и явно недружелюбное. Понял вас, сэр. Но у меня есть только один челнок. Кого к вам отправить? 3 морпеха, 3 медика, либо 8 морпехов. Есть, сэр. Подкрепление уже в пути. За мной. Я не подведу. Ну и? Можно попробовать. Есть, правда, один минус. У этих медиков очень медленно набирается. Где тут раненые? Хватит прохлаждаться. Все, все, ладно. Убеди меня. Рейдеры вперед. Отходим. За мной. Я не подведу. Хватит прохлаждаться. Что дальше? Рейдеры вперед. Я уже... Ну и? Не молчи. Можно... Убеди меня. Ну и? Отдай. Не молчи. Что дальше? Сам... Убеди меня. Не молчи. Можно... Что дальше? Так. Хватит прохлаждаться. Я не подведу. Граната. Стоп, лечись. За мной. Рейдеры вперед. Я не подведу. Можно попробовать. Я не подведу. Рейдеры вперед. За мной. Я не подведу. За мной. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Так. Рейдеры вперед. Что тебя, думаю, за тоже. Мной. Можно попробовать. Расхреначить надо. Давайте сохранимся перед боем. С этой гадостью. Можно попробовать. Бруталиск, значит. Доминион далеко зашел в своих исследованиях. Такой все-таки мощный гад. Может быть, сейчас не лучшее время для драки с гигантскими зергами, но Стэтману нужны образцы тканей для завершения исследований. Решение за вами. Ну а ничего, кого? Была, наверное, самая Хватит глупая идея.
не подведу. Зададим им перцу. Так точно, сэр. За мной. Убеди меня. Что дальше? Рейдеры вперед. Не молчи. Ну и? Не молчи. Можно попробовать. Ну и? Что дальше? Ну, на одного Джима 5 медиков, я думаю, будет нормально. Надо было быть более аккуратным, на самом деле, ну ладно. Можно попробовать. Чего уж теперь. Давайте восстановление полной энергии. Можно попробовать. И всего остального тоже. Я не подведу. Рейдеры вперед. Я не подведу. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Сэр, вы совсем близко к источнику излучения. Реактор где-то недалеко. Хватит прохлаждаться. Я не подведу. Рейдеры вперед. Я не подведу. Лабораторный образец. Лабораторный образец. Думаю, его надо будет уничтожить, на самом деле. Ну, ядерный реактор, кстати. Ну, по ним 100 единиц урона, ну, как раз плюс-минус попаду. Хватит прохлаждаться. Замечательно. Так, 140, чуть-чуть. Убеди меня. Вы, в принципе, за ним ходите, я буду чисто его контролить. Можно попробовать. За мной. Рейдеры, убеди меня. Щекозненько. За мной. Все, добиваем. Я не подведу. Рейдеры, вперед. Не молчи. Энергетический барьер слабеет. Гибрид Протоса и Зерга просыпается. Тревога! Тревога! Энергетический барьер поврежден. Нам конец! Господи боже, глазам не верю. Гибрид? Пора сматывать удочки. Вот-вот. Ну и? Можно попробовать. Так, все на выход! Я не буду. Сэр, будьте осторожны. Сигналы искажены, но я вижу, что эта тварь крушит все на своем пути. Кто знает, на кого вы наткнетесь. Только этого нам и не хватало. Спасибо за новости, Мэтт. Рейдеры, держимся вместе! Вперед! Тем более, что ты остался фактически можно один попробовать. Здесь с командой я медиков. Я не подведу. За мной. Я не подведу. Можно попробовать. Рейдеры вперед. За мной. Можно попробовать. За мной. Рейдеры лучшая вперед. Команда на свете. Это просто за команда мной. Медиков. Я не подведу. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Генератор временного разлома? Похоже на инопланетную технологию. Менгск играет с огнем. За мной. Конечно, Менгск с огнем играет, о чем ты хочешь-то. Я не подведу. Можно она нам на самом деле еще понадобится сейчас. Я не подведу. Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Рейдеры вперед. Я не подведу. Сэр. По моим данным, гибрид практически неуязвим. Не пытайтесь убить его. Уходите оттуда. Этот завал его надолго не задержит. Идем дальше. Живо, блин, живо! Посмотрел одного медика, хватит обидненько. Хватит прохлаждаться. За мной. Рейдеры вперед. За мной. Ладно. Я не подведу. Гибрид снова движется. Бежим. За мной. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Я не подведу. Бежим. Рейдеры вперед.
подведу. Еще один боевой робот. Адъютант, направь его на гибрида. Нужно выиграть время. Вперед! За мной. Можно попробовать. Рейдеры, вперед! За мной. Я не подведу. Можно попробовать. За мной. Черт, его ненадолго хватило. Можно попробовать. Рейдеры, вперед! Я не подведу. За мной. Я не подведу. Зададим им перцу. В атаку. Можно попробовать. За мной. Рейдеры, вперед. Можно попробовать. Стены рушатся. Рейдеры, вперед. За мной. Я не подведу. Можно попробовать. Рейдеры, вперед. Можно попробовать. Тихо. Вперед. За мной. Тихо. Я не подведу. Можно попробовать. Я не подведу. Рейдеры, вперед. Вызывали? Нет, не вызывал, но... Я не подведу. Просто бежим! Я не подведу. За мной. Можно попробовать. Рейдеры, вперед. За мной. Можно попробовать. Бежим, Форест, и бежим. За мной. Сэр, гибрид пропал со сканеров. Похоже, он просто исчез. Что значит исчез? Рейдеры, вперед. Можно попробовать. Пигалийский! Ей! Убеди меня. Я не подведу. За мной. Можно попробовать. Рейд, что дальше? Можно попробовать. За мной. Не хотел бы, чтобы эта комната пигалистов напала на меня. Рейдеры, вперед. За мной. Можно попробовать. Рейдеры, вперед. Пигалист чата. За мной. Я не подведу. Рейдеры, вперед. Я не подведу. Можно попробовать. Я не подведу. Рейдеры, вперед. За мной. Рейдеры, вперед. Я не подведу. Можно попробовать. Рейдеры, вперед. Я не подведу. За мной. Можно попробовать. Ей, я убил его. За мной. Круто, осталось, блин, два всего. Можно попробовать. Обидно. За мной. Рейдеры, вперед. Можно попробовать. За мной. Что за черт? Подведу. Можно попробовать. Я не подведу. Так, нам... Рейдеры, вперед. За мной. Я не подведу. Эвакуация! Все на корабль! Корабль? Кажется, мы нашли выход отсюда. Подведу. Рейдеры, вперед. Можно попробовать. Рейдеры, вперед. Ура, я на корабль! За мной. Все, пора сматываться. Взлетаем. Мэтт, как слышно меня? Доминион любезно предоставил нам одну из своих посудин. Смотри, не подбей нас. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Дезертир. В общем, всем пока. А вот. Блин, обидно. Не понеся потери в битве с Бруталиском. Найдите все 13 единиц оружия в здании сердца тьмы на уровне сложности ветерана. Я не нашел. Я нашел 12, к сожалению. В общем, всем удачи, всем пока. Увидимся в следующей серии, может быть, да.